Открытая трибуна. Как вы относитесь к партнерским родам? Отношусь хорошо, потому что женщине в такой ответственный момент нужна поддержка. Я думаю, что самая важная поддержка – это поддержка мужа, поэтому я отношусь хорошо. Мой муж рожал со мной. К партнерским родам отношусь нормально. Считаю, что, в принципе, каждый мужчина может принять в этом участие. Поэтому рождается там новая жизнь, новая семья у человека. У меня, допустим, есть дома три дочки, жена рожала, но я не рискнул ни разу там присутствовать. Может потому, что она не настаивала, может потому, что не хотел, но отношусь к этому нормально. К партнерским родам я отношусь положительно. Я считаю, что молодой маме очень нужна поддержка в тот момент, когда она переходит вот эту вот грань от девушки к матери. Во-первых, это очень больно. Во-вторых, это очень страшно. Хотя здесь расставить очередность, наверное, сложнее, чем я думаю. Поэтому, когда рядом человек, который тебя любит, которого любишь ты, который для тебя опора, то он очень поможет. Я отношусь и не положительно, и не отрицательно. Почему? Потому что в первую очередь нужно учитывать желание женщины. То есть, хочет ли она, чтобы присутствовал мужчина при родах или нет. И тогда, уже из этого исходя, мужчина должен понимать, что будет ли ей приятно видеть ее в таком состоянии, или же парень, можно сказать, что-то подумает не так. Когда, может быть, страх есть у парня. Тут надо учитывать желание не только мужчины, но и женщины. К партнерским родам я отношусь положительно, потому что женщине в такой момент нужна поддержка, чтобы благоприятно прошли роды и дальнейшее восстановление. Это очень хорошо. Почему? Потому что это надо совместно делать, это семейное. Это приятно будет девушке, жене, имеется в виду. Вот и все. Отношусь позитивно, потому что рождение ребенка и создание семьи – это общее дело, и поэтому рождение ребенка и появление его на свет, и становление его как вообще человека, как личности, тоже должно происходить для общих родителей, то есть для мамы и папы это должно играть одинаковую роль. К партнерским родам отношусь положительно. Если и роженица, и отец ребенка, считаю, что они не будут морально травмированы. Открытая трибуна.